Здравствуйте, коллеги, приветствую вас в мастерской Амурские украсы. Зовут меня Николай, фамилия Донской. Сегодня у меня праздничный день, воскресенье, то есть маленький праздник у каждого мастера, да, бывает, когда он заканчивает какой-то там заказ, работу над чем-то, да. Я хотел бы вам показать, что сделать акцент на то, что я закончил три угловые полки. Полки я делал из ореха манжурского. Здесь специфический такой заказ. Эти заказы бывают не часто, но, как видите, бывают. О чем я хотел сказать? Здесь присутствует символика, древнерусская символика, обережная символика. Это символ солнца. Раньше часто применялся и на одеждах, и на утвари, и на в домовой резьбе. То есть наши предки, они символику не только применяли, но они знали значение каждого символа, да, что до сегодняшнего дня у нас утеряно. Но вот этим символам, которые вы видите на этих угловых полках, можете посмотреть в интернете. Информации достаточно пока, то есть можно познакомиться с ней. Вот, про полки. Цвет полок — это пожелание заказчика, то есть темные такие, да, сделал я из ореха. Вот. Сборка этих полок, она ничем не отличается от обычных прямых полок. Это виноградная лоза, что я вам очень подробно показывал. Если кого-то интересует дополнительная информация, смотрите, на канале я делал подробно и делал каждую мелочь, рассказывал, показывал, то есть на канале вы найдете. Коллегам, у которых время ценно ограничено, да, смотрите, заходите на сайт Амурские украсы, там в разделе «Новые работы». Зайдете и посмотрите, афишка, если черно-белая, то есть это открыты новости, эту работу я буду показывать, демонстрировать, там рассказывать, как выкладывать какие-то шаблоны, фотографии. Это вот, если вас интересует именно эта работа, которая там заявлена, над которой я сегодня работаю, да. Ну вот, допустим, вот эти вот ручки, дверные ручки, это кедр мореный. Про мореный кедр хочу рассказать. Это в советское время сплавляли по горной реке кедр. И вот он где-то местами забился в протоки, где-то в большую воду выкидывало там его где-то из заломов. Сейчас по прошествию 50-70 лет, да, выносит бревна. Вот мы их как бы вылавливаем, распиливаем. И он, пролежав в воде 50-70 лет, он становится мореный тем, что смола вся разошедшаяся по древесине равномерно, да, напряжение снято, то есть там нету таких явных смоляных карманов, да, вся смола, то есть, и он такой имеет цвет, вот сейчас он даже, вот видите, он розовый, он становится розового цвета, да, вот. Это по ближайшей работе, которую я вам буду показывать. Также я буду открывать новости, наверное, по заточке инструмента. Если в мастерской идет заточка инструмента, то есть я буду показывать заточку инструмента, может быть, какие-то нюансы там рассказывать, показывать. Вот. Это вкратце о том, что я вот хочу вам сказать, что я задумываю сделать на канале. Ну а сегодня давайте я вам еще 3 секунды расскажу про вот это вот чудо. Это разделочная доска и вот такие вот туеса берестяные, да. Вот, это, наверное, в процессе занятия резьбы у каждого коллеги было в жизни, оно по-разному, эти сюжеты. То есть это когда ищешь своего заказчика, потребителя, да, вот я занимался изготовлением домашней утвари. Это ложечки, это лопаточки, это туесочки какие-то мелкие, вот такие вот.
И когда своего клиента ищешь, покупателя своего, кто-то располагается на обочине дороги, да, чтобы это самое, чтобы человек остановился, что-то приобрел, кто-то там на проходной части, где люди там ходят, тоже хочет там показать свое. Кто-то на ярмарку едет реализовать свои работы. И вот, чтобы привлечь внимание гостей, зрителей, да, вот я решил сделать вот такой вот набор. Когда-то еще, этому набору лет 15 уже примерно, да. То есть это еще когда дети маленькие, мы с семьей что-то пытались как-то зарабатывать, то есть и у нас семейная артелька была, и вот мы занимались и по бересте занимались, и вот, кстати, очень сюда вписывается резьба по дереву. Здесь вы видите белочка стилизованная, это голубая сорока, у нас они водятся, ну и сова, вот. То есть коллеги, которые занимаются другим направлением, даже вот я наблюдал, сталкивался с тем, что кто-то занимается ковкой, и если он осваивает технику резьбы по дереву, то есть ковка металла и дерево резное, оно очень хорошо сочетается. Кто-то занимается керамикой, керамика с деревом тоже хорошо сочетается. Кто-то занимается берестой. Вот на этом примере вы видите то, что вот на этих туесочках могут быть крышечки, они резные, да. То есть это вот я подсказываю какое-то направление, чтобы, ну, кто-то там занимается уже на протяжении каких-то лет, да, там своим направлением и хочет внести что-то новое, то есть вот имейте в виду, что очень многие ремесла сочетаются с резьбой по дереву. Ну а сегодня я хотел бы вам пожелать творческих успехов, каких-то новых идей, начинаний, и чтобы каждое ваше начинание заканчивалось маленьким праздником. Это праздник, что работа получилась, ну и прежде всего какие-то приобрел новые там знания, новую технику, новый опыт. Всего хорошего, до новых встреч!